Друзья, давайте поможем Максу в развитии его канала. Он поставил цель к концу мая набрать 10 тысяч подписчиков. Давайте поможем осуществить его цель. На его канале вы увидите разбор тренировок и питания, полный разбор для набора массы и для сушки, а также получите нереальный заряд мотивации. Также Макс снимает свою повседневную жизнь, где он ставит цели и достигает их. Всем привет, друзья! Приехали с Саньком в зал. Сейчас я попробую сделать этот КМС по подтягиваниям. Вдруг получится, буду делать с 24-килограммовой гирей. Мне нужно сделать 13 повторений. Не знаю, задрачивал эти подтягивания. Возможно, и сделаю, не знаю, посмотрим. Потому что 7 апреля там что-то мне написали ВКонтакте какой-то организатор, либо кто, я не знаю. Он говорит, типа, там состоится какой-то баттл между блогерами, там приглашены всякие Вайтенко, кто-то, ну, Спаса Кукоцкий говорил, вот, и меня тоже пригласили, но я, типа, не знаю, наверное, не поеду туда, потому что я собираюсь в Россию, в Москву 26-го, может 27-го, не знаю, ну, короче, в конце апреля, но сейчас все равно интересно проверить, взял бы ли я КМС, либо не взял бы. Сейчас узнаем, поехали. Короче, вот у нас тут гиря 24 килограмма. Блин, тяжелая зараза. Не знаю, смогу, нет. Но надо будет пробовать. Надеюсь, что смогу. Убийца. Хейтеров бьет. Ага. Так, ребят, готовимся. Сейчас будет жаришка. Я на самом деле не знаю, получится или нет, но будем надеяться. 24 килограммчика. Я делал, я помню, 12 повторений. Сейчас надо 13 сделать. Но я уж давно не делал с таким весом. Максимум 15 делал. Давайте попробуем. КМС, блин, 14 повторений. Сколько должно быть? 13. А, да? Я 14 запасал. Просто король. 24, да, должно быть? Че? Я думаю, 16 раз должно быть. Короче, КМС в многоповторке у меня есть. Теперь я хочу КМС в одна повторке. Там вроде мне нужно сделать 62,5 килограмма на один раз, чтобы у меня КМС был. Это жестко, блин. Давно на силу не тренил, на выносливость только. Но зато есть КМС теперь по такому. Может поехать 7 числа, 7 апреля на это, и типа корочку получить. Сейчас я отдохну, попробую более большие веса взять. Попробуем до 60 дойти. Раньше я не мог 60 сделать, посмотрим сколько сейчас. Так, у нас тут что получается? 24, 16 килограмм, это уже 40. Тут по 8 у нас, тут восьмерка, и тут восьмерка. Это 16, 56. Нормально. Санек у нас стойку долбит. Лучше бы я это не снимал, да, Саня? Ну что, ребят, 40 сейчас попробуем. 24 плюс 16, это 40. Один разок сделаю, потом буду по одному увеличивать выше-выше, если смогу сделать. Ух! Яйца какие тяжелые. Изи катка вообще. Ну что, ребят, пробуем все 56 килограмм. Сейчас, если... Это по 8, я уже показывал. Сейчас, если поместится все... Даже встать-то сложно. У меня аж, короче, таз весь свело. А? Да, вообще, бебет. Ну, это много. Ты еще залезь сначала с этим.
Тебе надо было этими брать, блинами. Полетели. О! Было, нет? Ну, почти, чуть-чуть, миллиметр и было. Ну, это... Ну, ладно, сойдет. Совсем немножечко не хватило, там буквально сантиметр-два. Сейчас попробую 60, посмотрим, как будет. Это на сколько добавить? 56? 4 килограмма. Ну что, взял блинами 60 килограмм, тут 25. Тут 25, тут десятка. Сейчас отдохну немножко, попробуем сделать 60. Главное, главное себе палец не сломать опять, блин, об этих блины. Железо друг мой, железо враг мой. Я еще не достаю от этого шняга. Тихо, ты меня валишь вперед, она. Давай сюда лучше. О. Это как со штангой приседать, знаешь? Да. Ё-моё, какая тяжелая шняга. Давай, повис и сделал. Повис, оба. Пошел. Ну, блин. Нет. Ну, и ладно, не столь далеко. ХМС по силовому не будет сегодня. Ну, возможно, потому что я первый подход очень много сделал. Выложился в первом, забились мышцы. Ну, не факт. Мне кажется, 62 я не сделал все равно. Короче, результат такой, что на выносливость с 24, с 4 килограммами я делаю легко КМС. А вот на силу мне надо 62,5 килограмма потянуть. Это довольно сложно. Но кто знает, может 60 бы потянул, если бы я первый подход не сделал. Ну не факт, я не уверен. Но 56 легко бы сделал. Тут не хватило сантиметрика всего лишь. Вот, а так, напишите в комментариях, какие у вас показатели на выносливость с 24 килограммами, а также на силу с максимальным весом своим. Таблицу можете посмотреть в интернете. Разряды стритлифтинга в России. Сейчас попробую сделать максимум без веса со своим весом. Сколько получится после... Сколько я подходов сделал, Санек? 5 где-то, да? Или 4? Да, где-то, где-то так. Сейчас посмотрим, сколько без веса сделаю. Железяк. Давайте без железяк попробуем, ребят. Постараюсь чистыми делать. После 6 подходов, блин, огонь. Это очень мощно. Короче, можно, конечно, попробовать еще на брусьях сделать с максимальным весом, но я забился конкретно, капец. Сейчас попробуем, ну, с маленьким весом, не знаю, сколько там получится. Может, 50 сделаю на один. Руки забились в хламину просто. А на сколько ты делал обычно? Да я не делал, очень максимум. Нет, я не про раз, я прям много попробовал. Типа вообще? Без веса? Нет, с весом. С весом я не делал особо. Не, я, вот у меня брусья были вообще коронные. 45 килограмм, ребят. 45, я думаю, сделал. Захрустило все просто. Короче, не буду пока что делать на брусьях, потому что руки, чувствую, забились, капец, в следующий раз сделаю. Ну и все, друзья, закончили мы тренировочку. Если я так подумал, если позадрачивать с 24 килограммами с гирей, то можно до мастера спорта докатить, так в принципе-то. Я на самом деле не знаю, сколько до мастера спорта надо будет посчитать потом дома.
Вот, а так, спасибо за внимание, ребят. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И обязательно напишите свои результаты, сколько вы подтягиваетесь с 24 килограммами с Герей. Пока.